Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Этот ролик не на тему хобби, поэтому лежит он в отдельном плейлисте, куда я планирую складывать материалы о моей работе. Да, свободное от хобби время, я еще и работаю. Так случилось, что занимаюсь я проектированием и монтажом структурированных кабельных систем, проще СКС. А в ролике показываю решение одной проблемы, с которой, я думаю, сталкивались, а может рано или поздно столкнуться, сварщики оптоволоконного кабеля. Сам я с такой траблой столкнулся первый раз, вернее впервые с таким частым проявлением. Подрядили нас в этом году в командировку. В прошлом году мы уже работали с этим заказчиком, но сейчас по его требованию оптоволоконные трассы нужно было выполнить оптическим кабелем ОМ4. Естественно, были проведены регламентно-профилактические работы со сварочным аппаратом. Согласовали производитель кабеля, приступили к работе. Дошла очередь до сварки волокон. Но через раз получалось что-то не то. А, нет, сейчас нормально будет. Не будет нормально. Как мне сказали опытные сварщики, это что-то называют спичками. Ничего не оставалось, как обзванивать более опытных товарищей. И вот один мой очень хороший знакомый, Константин, посоветовал поменять местами справа налево волокно кабеля с пигтейлом. И о чудо! Сработал. Стало получаться чаще. Но чудо штука непостоянная. Получалось, но не всегда. Зато матюки вырывались не раз. Пришлось еще раз обратиться в сервисный центр с вопросом, что вы тут нам нарегламентировали. Но классный мастер Дмитрий из сервис-центра заметил, что у пигтейла волокно ездит в буфере. Ну или рубашки, как хочешь называть. Видно волокно. Из-за этого вся беда. Аппарат вовсе не виноват. Все дело в том, что у сварочника Сумитомо при сталкивании волокон двигается только правый мотор, если смотреть со стороны экрана. А так как зажимается рубашка, то волокно остается как бы на месте. И присоветовал Дмитрий зачищать пигтейл побольше, чтобы зажималось волокно, так как оно ставится с правой стороны. И как говорится в известном анекдоте, вот тут-то нам и поперло. Этот способ оказался гораздо стабильнее. Еще раз огромное спасибо Дмитрию за отдельные советы. Есть только маленький нюанс.
накладка ДЗС едва захватывает рубашку. В любом случае следует быть осторожным при укладке волокон в боксе. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Буду рад комментариям к видео, а также конструктивной критике. До новых встреч!